Региональное управление Следственного комитета сегодня подвело итоги работы в 2018 году. Эта тема стала главной на расширенном заседании коллегии ведомства. В целом, за минувший год уровень преступности в регионе снизился почти на 2%. При этом отмечается рост количества тяжких и особо тяжких преступлений. В 2018 году структурными подразделениями Следственного управления проделан значительный объем работы, направленный на защиту и восстановление прав граждан. Следователями управления рассмотрено 2379 сообщений о преступлениях. По результатам их рассмотрения возбуждено 525 уголовных дел. Пристальное внимание уделяется налоговым преступлениям и задержкам зарплаты, борьбе с коррупцией. О перспективах совместной работы со Следкомом говорил губернатор Андрей Никитин. Очень важно, чтобы вот на этом пути нам не мешали коррупционеры, не мешали люди, которые хотят нажиться на тех вещах, которые, в общем-то, должны строиться для людей. Да? Поэтому борьба с коррупцией, борьба с пресечениями антикоррупционных вот этих всех вопросов, я считаю, очень важной и прошу вас здесь максимальной поддержки. Также на коллегии отметили, что среди достижений новгородских следователей стабильно высокая раскрываемость убийств. Кроме того, в 2018 году раскрыто 17 преступлений по приостановленным ранее уголовным делам.